Блюда таджикской кухни – это всегда дружелюбие и старание. А главный секрет вкуса, признается руководитель таджикской диаспоры в Чистополе Абубакар Хазрат Азизов, в том, что готовятся они с душой и любовью. Крутоп, лепешки, самса, халва, разнообразные сладости и слоеного теста – все это и много других национальных блюд представители таджикской диаспоры приготовили специально, чтобы угостить воспитанников детского дома. Здесь усилия всех семей, женщин, которые сидят дома, работают. Вот они приготовлены для нас. Мы дали каждому всем задачу, что кто-то готовит самса, кто-то там халама, кто-то халва, кто-то лепешка, кто-то кульчей, кто-то орзу. Вот они разделили, мы мирно, дружно все приготовили. Дай Бог им здоровья. Главным угощением на праздничном столе, конечно же, стал плов. Ребята и все приглашенные гости не только отведали коронные блюда таджикской кухни, но и стали свидетелями мастер-класса. Абубакар Хазрат показал, как правильно есть плов. А теперь можно уже. Мозг принял, желудок что? После вкусного обеда мальчишек и девчонок ждал еще один приятный момент. Организаторы встречи преподнесли ребятам сладкие новогодние подарки. Узнал много новых блюд, все такое. Познакомился с новыми людьми. Мне очень нравится этот народ, но они дружные. Слова благодарности звучали в этот вечер из уст всех участников встречи, которая проходила в теплой, уютной обстановке. Добротно накрытые столы, приветливые, дружелюбные хозяева – все как в большой, дружной семье, каковой и является таджикская диаспора. Они на самом деле очень добрые, отзывчивые, которые готовы прийти в любой момент на помощь. И вот сегодняшнее мероприятие это еще раз доказывает, что они на самом деле пример не только для татар, но и для русских, живущих здесь, для чуваш, для всех, да, что мы тоже должны как бы брать с них пример, должны как бы продвигать свою культуру, традицию, не забывать о них, не забывать о своих предках. И хотелось бы сказать еще раз им огромное спасибо.